Сосед установил глухой забор в СНТ. Как с этим быть? Часто встречаю такой вопрос от клиентов. Итак, установка глухого забора из металлопрофиля высотой от 2 до 3 метров в зависимости от уклона участка противоречит требованиям санитарных норм и правил. С учетом назначения садовых участков для выращивания растений и прочих садовых насаждений, а также учитывая незначительных размеров участков в СНТ, высокий и глухой забор, установленный вашим соседом, можно считать как допущенное нарушение строительных норм и правил при установке такого забора. Что, конечно же, несет за собой последствия в виде возможных судебных разбирательств. В СНИПе говорится, садовые и дачные участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 метра. Допускается по решению общего собрания членов СНТ устройство глухих заборов со стороны улиц и проездов. Вот, пожалуй, и все. А если вы считаете, что ваш сосед допустил такие нарушения, и для вас и вашего огорода они являются существенными, смело обращайтесь в сельский суд о нарушении ваших прав на ведение садоводства, поскольку такой забор подлежит демонтажу, но после вынесения решения судом. Если вам потребуется помощь в составлении документов в суд, контакты есть в описании к данному ролику. Если было полезно, прошу поставить лайк, подписаться на канал. Берегите себя и свою недвижимость. Увидимся в следующем видео.